Добрый вечер. Привет всем из Бахчисарая. Привет, мои уважаемые зрители и все, кто заглянул на мой канал. Мое путешествие по Крыму продолжается. Я остановилась в Бахчисарае, в старом городе. Называется комплекс Алие. Вот такой он большой-большой. Видите, сколько здесь туристов. Покажу вам обзор, номера. Вот один вход. А с этой стороны другое. Но это въезд, можно подняться туда. Там еще одна парковочка. Вот такой комплекс Алие. Несколько домиков, двух-трехэтажные. Два ресторанчика, летняя терраска. В общем, сейчас походим, погуляем, и я вам все покажу. Мое путешествие по Крыму продолжается. Я переехала из Феодосии. Это старый город Бахчисарая. Тут совсем рядышком, вот минут 7-8, наверное, вот в эту сторону по улочке идти, будет Ханский дворец. И туда дальше еще проехать минут 15 на машине. И можно будет доехать до другой достопримечательности — мужского монастыря. Туристов очень много, можно вот здесь покушать. Вот, подняться наверх. Там, кстати, такие люстры красивые. Надо подняться, посмотреть. С этой стороны лавка с сувенирными изделиями. Ой, качество какое. Каналочки. А нет, это для молитвы. Коврики. Фонтанчик. Сколько туристов заехало? Официантов сколько? Еще один зал, тоже полный. Ну, а это территория. Дегустационный зал. А здесь тоже фонтанчик работает. Вот тут, тут летом приятно сидеть, наверное. А вот я вам с улицы показывала еще один въезд. Вот он. А вот где-то там внизу я начинала видео обзор комплекса Алие. А вот еще смотрите, какие домики. Двухэтажные, трехэтажные. А еще вот такие беседки. Горы, горы, горы. Горы. Пока.
А вот это другие диванчики. Одеты все по-летнему. Так тепло. И вот еще. Одноместные, двухместные. Вниз можно спуститься. Вот это второй этаж. Сейчас поднимусь еще выше. Поднялась на третий этаж. Старый город, Бахчисарай, район старого города. Ну, а я, друзья, пойду кушать, ужинать. Время уже 8:00. Так устала. А завтра продолжаем путь. А завтра, даст Бог, все будет нормально, мы будем в Севастополе. Всем пока. Оставайтесь на канале, подписывайтесь, делитесь с друзьями. А самое главное, живите в свое удовольствие. Пока-пока. Это ресторанчик. Вот смотрите, с какими шикарными полами и с какими люстрами шикарными. Сейчас ближе подойду. Такой уютненький. Приятно будет трапезничать здесь. О, смотрите, какие шикарные. Каждая люстрка. Просто произведение искусства с кусочками стекла. Мне такой стиль нравится. Но мы будем завтракать в другом зале. Я вам покажу еще один зал. Видите? А тут вот стеклянная, серебряная. Тут мозаика. Ну и здесь такая же. Вот такой вот зал. Ну, что у нас тут? Чувствуется колорит крымско-татарский. Ну, а здесь вот еще розовая какая-то. Смотрите, о, красивые какие, супер. И еще один зал с другой стороны, такой небольшой, уютный, все так просто, со вкусом. О, а здесь, кажется, другие люстрочки. Нет, или такие же? Очень уютно, очень. Мне очень нравится. Ну, я иду завтракать в другой зал. Оставайтесь на канале Планета Земля с Татьяной Пановой. Подписывайтесь, делитесь комментариями, пишите все, что желает ваша душа. Буду рада новым подписчикам. Мне будет очень приятно. Ну, вот обзорчик я вам показала всего комплекса. Вот здесь вот я вам показывала. Это вот второй этаж ресторанчика одного. А вот еще один. Завтракать мы будем здесь. Вот в этом
маленьком уютном помещении. Здесь уже совсем другие люстры. И все по-другому. Ну, посмотрим, что нам дадут на завтрак.